Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами также продолжаем учить новые песни из нового альбома «Королева отстой» и Алены Швец. На этот раз выучим самую драйвовую, что там есть на альбоме, песню «Машина для убийств». Я вам покажу нормальный, такой хороший вариант этой драйвовой песни, а не тупо «Бой шестерка» на протяжении всей песни, да? Как мы это любим делать? Нет, разнообразим. Будет круто. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале. И именно ты можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. Так, скажу сразу, песня немножечко такая агрессивная, но я надеюсь, мы же все с вами лапочки. Это просто песня, не нужно ее сильно воспринимать к сердцу. Хорошо? Хорошо. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Я машина для убийств, поздно не ходить, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, то что лучше оглянись. Мастерски умею причинять подонкам бой. А-ой, 3-0, я машина для убийств. Пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить. Как быть, если хочется убить? Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. На самом деле песня простая по аккордам, даже нам не понадобится каподастр, всю магию, весь драйв мы будем делать именно правой рукой. Начнем как раз с аккордов. Первый аккорд — аккорд фа, мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором ладу. К этой конструкции мы добавляем третью струну на втором ладу и получается ДМ. Третий аккорд — аккорд АМ, мы просто вставляем четвертую струну на втором ладу. И четвертый последний аккорд, аккорд G, зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе. Фа, ДМ, АМ, G. Такая последовательность аккордов будет на протяжении всей песни. Теперь, что касаемо, собственно, боя. Да, вы можете от начала до конца играть эту песню боем шестерка, то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. А у нас даже он будет звучать в некоторых моментах, но чаще всего у нас будет разнообразный бой. Чтобы у нас с вами был прям драйв, прям вау, прям вообще так круто, прям атас. Вот чтобы такое было, мы будем делать всякую магию тут в правой руке. Начинается наша песня с припева, и первые 5 строчек мы просто играем один удар вниз на каждый аккорд. Получается... Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше оглянись. Мастерски умею причинять подонкам боль. Ай-ой, 3-0, я машина. Вот дальше, со второго раза, когда мы начинаем петь «Я машина», у нас с вами как раз вот этот бой шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы играем один раз на один аккорд. Да, на следующие 5 строчек это все у нас происходит. И на последний аккорд G мы сделаем удар вниз. Сейчас все покажу, все поймешь. Я машина для убийств. Пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить. Как быть, если хочется убить? Теперь первый припев от начала до конца. Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше оглянись. Мастерски умею причинять подонкам боль. Ай-ой, не ноль. Бой пошел. Я машина для убийств, пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить. Как быть, если хочется убить? Далее у нас с вами идет куплет. На куплете мы уже с вами тут делаем 4 удара вниз на каждый аккорд. Там получается так. Выйди вон тебе, она, начинается жара. Надеваю свой костюм убийцы. Яркий мой короткий топ, да я знаю, что я топ. Даже в этих ярко-синих джинсах. В куплете вы можете тоже играть шестерка, но это звучит так расхлябанно, а тут же драйв, поэтому лучше все-таки берите 4 удара вниз на каждый аккорд. В переходе у нас с вами, по сути, в оригинале у нас играется там роскерный удар, 8 коротких ударов на каждый аккорд, это получается так. Но если кто умеет так играть, играйте, пожалуйста, это даже будет вообще супер круто классно. Кому сложно, тот играет на каждый аккорд один удар вниз. Получается. Один взгляд, и ты убит. Сердце бьется, как мошпит. Ищешь стресси, темно-красная повязка. Мой блестящий револьвер выбирает свою цель. Прямо меж зеленых удивленных глазках. Или...
Один взгляд, и ты убит, сердце бьется, как мошпит. Ищешь, страсит красно-темная повязка. Мой блестящий револьвер выбирает свою цель прямо меж зеленых удивленных глазках. Кому интересно, как вот эти такие удары играть, по сути, тут мы делаем не полный удар, то есть я не играю четвертую первую струну до конца, прям вап. Нет, я беру сокращенный, там, может быть, я играю там первые три верхние струны, или наоборот, первые три нижние струны. То есть я делаю короткий удар, у меня такой зацикленный, но при этом у меня рука вот не вот так вот дребезжит, такого нету тремора. Тут должно быть легко, представили, что мы рокеры, такие, панк-рок, и прям пошли. С этим понятно. Давайте теперь соединим куплет и переход. Выйди, вон тебе хана, начинается жара. Надеваю свой костюм убийцы. Яркий мой короткий топ, да я знаю, что я топ. В этих ярко-ярко-синих джинсах. Один взгляд, и ты убит, сердце бьется, как мошпит. Ищу страсти темно-красная повязка. Мой блестящий револьвер выбирает свою цель прямо меж зеленых удивленных глазках. Далее у нас с вами идет припев, причем мы его играем сегодня по-новому. Первые 5 строчек будем играть обычным боем шестерка. Низ, низ, вверх, вверх, низ, вверх. А остальные 5 строчек припева мы уже с вами будем играть новым боем, чтобы он был, знаете, такой тяжелый, прям такой, да, вот прям, чтобы такое было ощущение. Будет рисунок боя следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Причем первый удар, он такой акцентированный, такой тяжелый, прям вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Сейчас я тебе покажу этот припев, и ты поймешь, о чем я говорю. И... Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше оглянись. Мастерски умею причинять подонкам боль, ай-ой, нет, но... Я машина для убийств, пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить, как быть, если хочется убить. Да, вот такой вот крутой вариант. Или же можете на целый перепев играть больше шестерка, кому как удобно, кто на каком уровне сейчас находится. Далее у нас с вами идет второй куплет. И переход с таким же примером, как и первый куплет, с первым же переходом. Давай я тебе все это покажу, чтобы ты понимала, о чем идет речь. Girls gonna go fight, fight, ты подруга прикрывай, кто там говоришь, тебя обидел. Ночью крою день, прости, наше дело отомстить, его больше никто не видел. Один взгляд, и ты убит, сердце бьется, как мошпит. Ищешь страсти, темно-красная повязка. Мой блестящий револьвер выбирает свою цель прямо меж зеленых удивленных глазках. Ну а дальше с вами у нас опять идет припев, вот где на первую половину идет больше шестерка. Низ, низ, вверх, вверх, низ, вверх. На вторую вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Покажу еще раз. Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше оглянись. Мастерски умеет причинять подонкам боль, ай-ой, нет, но я машина для убийств, пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить, как быть, если хочется убить. Вот и весь драйвовый разбор. И если тебе понравился этот разбор, то не забудь поставить свой лайк, написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать можно с этого альбома. Да, кстати, напишите, как вам вообще этот альбом, понравился, не понравился. Если ты обожаешь творчество Алены Швец, то у меня для тебя есть целый плейлист на канале с ее разборами. Вот он тут сейчас появился, обязательно почекай, посмотри, что-нибудь выучи. Также ты можешь показать мне все свои укулельные старания. Все очень просто, берешь любую песню или мелодию с моих разборов, учишь их, выкладываешь себе в Инстаграм. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела и заметила. Ну а если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться у меня на Boosty или задонатить любую сумму на Donut Alerts, все ссылки в описании будут. Ну а вот те бусты, которые мне помогают ежемесячно, вот они, вот эти вот ребятки, спасибо им огромное за это, на вас вся надежда моя, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!